Первый российский автомобиль конструкции Яковлева и Фрезе. Фото семьи Романовых. Семья Николая II на отдыхе. Александр III с семьей. Каменщики в Санкт-Петербурге. Мастерица торгует платками и носками. Николай II с сыном. Николай II вместе с двоюродным братом Георгом V. Они оба были монархами великих держав. Однако, когда после революции Николай II попросил разрешения у Георга V переехать вместе с семьей в Британию, тот ему отказал. Певец Федор Шаляпин. Писатель Иван Бунин, мастер русской словесности. Александр III в молодости. Перевозчик керосина. Николай II и его дочь Мария под домашним арестом после февральской революции 1917 года. Игорь Сикорский. В 1912 году он построил первые в мире четырехмоторные воздушные гиганты, назвав их «Грант» и «Илья Муромец». Коллежский регистратор, низший гражданский чин 14 класса в табеле о рангах в России 18-19 веков. Юные гимназистки. Здание первой женской гимназии. Врач Решетилов осматривает пациента Кузьму Кашина, который заболел сыпным ифом в селе на Крусове 1891-1892 годы. Раздача крестьянам в суду хлеба в городе Княгинине 1892 год. Погрузка императорского автомобиля в вагон-гараж 1910 год. Российская империя. Николай II с татуировкой в виде дракона на правой руке, 1912 год, Ливадия. Продавец ковров и покупатели, 1900 год, Тифлис. Профессор Бехтерев лечит больных в гипнотической комнате, 1913 год, Российская империя. Роллер-ринг на благотворительном базаре 3 декабря 1911 года, Санкт-Петербург. Семья Репиных в пенатах с гостями, 1905 год, Российская империя. Цветник на набережной, 1910 год, Ялта. Маяковский в кругу футуристов, 1912 год, Москва. Сидение Аракхе, 1900 год, Горный Алтай.
Бродячая Русь, 1910-е годы, Российская империя. Английские самодвижущиеся локомобили, дорожные паровозы, фоулер с топками на соломе, 1875 год, Самарская губерния. Бродячие циркачи, 1890-е годы, Самарканд, Самаркандская область, Российская империя. Императрица Мария Федоровна во время поездки в охотничьи угодья, 1890 год, Российская империя. Американские горки на Марсовом поле, 1895 год, Санкт-Петербург. Приготовление молочной водки, 1908 год, Якутия, Российская империя. Лев Толстой верхом на лошади, в усадьбе Ясная Поляна, 1908 год, Тульская губерния, Российская империя. Аэростат Андрей Пильстрем, в полете, 1898 год, Российская империя. Михаил Матюшин, Казимир Малевич, Алексей Крученых на Первом Всероссийском съезде поэтов-футуристов, 1913 год. Секта «Белые голуби», 1900-е годы, Алёкминск. Александр Куприн и Николай Брешко, Брешковский, на диване в школе плавания Романенко, 1912 год, Санкт-Петербург. Фуникулер у стен Кремля, 1910-е годы, Нижний Новгород. Первая мировая война. Фотографы 10-й стрелковой дивизии, 1915 год, Российская империя. Переучет в книжном магазине товарищества Суворина, 1900-е годы, Санкт-Петербург. Французский востоковед Поль Пильё, Курманжан Датка, ее внук и Маннергейм в юрте Алайской царицы. Боевая авоська, 1916 год, Россия. На папиросной фабрике, 1880-е годы, Ростов-на-Дону. Невестка и свекровь, 1910 год, Кубань. Антон Чехов в гостях у Льва Толстого, 1901 год, Гаспро. В лавке подарков Базилева, 1912 год, Москва. Шансонетка Нижегородской ярмарки Фельден, 1900-е годы, Российская империя. Лечение ультрафиолетовым светом в процедурном кабинете Военно-медицинской академии, 1910-е годы, Санкт-Петербург. Прогулка, 1900-е годы, Екатеринослав.
Мужчины на катке, 1900 год, Санкт-Петербург. Владимир Маяковский, 1910 год, Москва. Первая женщина-пожарная Российской империи, Мария Ермолова, 1910 год, Санкт-Петербург. Кремль в электрических лампочках, 1896 год, Москва. Бомбардировщик Илья Муромец, 1916 год, Российская империя. Генерал-лейтенант Александр Александрович Пушкин, 1903 год, Москва. Сам себя снял, граф Лев Толстой, 1862 год, Ясная Поляна, Российская империя. Владимир Маяковский с сестрой Ольгой, 1896 год, Кутаис. Мотоциклы в Российской империи, 1900-е годы, Российская империя. Мотоцикл «Индиан», 1916 год. Крушение императорского поезда в Харьковской губернии, 1888 год, Российская империя. Карета скорой помощи, 1912 год, Санкт-Петербург. Приграничный патруль, 1908 год, Российская империя. Слоны братьев Никитиных на прогулке, 1900-е годы, парк у Черного озера, Казань. Памятник Екатерине II. 1917 год. Нахичевань-на-Дону. Трубачист, 1860 год. Санкт-Петербург. Лазаревский институт восточных языков, 1911 год. Москва. Строительство дебаркадера Киевского, Брянского вокзала, 1910-е годы, Москва. Ледокол «Ермак» спасает броненосец
генерал-адмирал Апраксин из Ледового плена, 1900 год, Финский залив. Пилоты на авиационном тренажере, 1915 год, Российская империя. Лев Толстой и Максим Горький, 1902 год, Ясная Поляна. На Дворцовой площади, 1905 год, Санкт-Петербург. Подвесная электрическая дорога. Кремль. Вид за Москворецкая набережная. Я благодарю вас за просмотр первой части старых фото в цвете дореволюционной России. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая фотография вас впечатлила больше всего. Всего доброго!